Thank you.
Да,
Взял кассету, это Джеймс Адон, но она у меня дома, ты понимаешь? А что сегодня? Дальше я люблю. Ты скажешь, куда идти? Нормально? А Джимми Хендрикс, который я когда-то давно тебе взял? Как его? Он Бразилия наказался, 8 давал президент. Ой, ну я не буду без него жить, я заказал уже. Андрей,
Вы абсолютно на что ходите? Ну, чего? Что это за положение? Або хорошенько. Хуй! А снять записывать. Тебе надо писать блок. Я скажу, что это не так.
Thank you.
Thank you.
Вот тогда поедешь.
каждый по себе. Подождите, сейчас посмотрим. Да куда вы ловите? Вино? Я не пью вино. Что ты делаешь? Да не, ну какое вино? Я пришел, я три раза подшился. Хватит уже. Я прошел все виды алкогольных лечений. Жалко, что нашивки не дают за три раза подшивки. Я знаю весь этот ад, и к тому же правильно говорили, что пьянство это другое не могли помочь, если да? Не знаю, были нормальные люди, пьянство. Ну знаешь, как у меня не получается, я беспредельщик, понимаешь? Беспредельщик, везде. Я под знаком скорпиона, все, меня скорпион. Это вообще трудно. Но я в скорпионе ближе к Брюсу Ли и Джимми Хеннессу. Я 18 ноября день рождения. А у Брюса Ли среди 8. Все очень подойдет. Тоже юбиляр. Скажи, я уже ушел. Congratulations. Yes.
Давай!